Панчук. Спасибо большое за поддержку в это трудное время. Жена моего брата с детьми пробует эвакуироваться из Херсона. Хотят выехать автобусом во вторник. Очень волнуется, получится ли выехать. Там опять очень опасно. Получится выехать, пусть выезжают, пусть представляют, будто между тем местом, где находятся они, откуда выезжают, и тем местом, где должны приехать или куда должны приехать, представить абсолютно белую дорогу, которая светится белым. И это называется «Выстроить белую дорогу», эзотерическая практика, я ее даю на первой ступени школы Кайлас. Также можно представить, будто в тот момент, когда вас останавливают и допрашивают, всегда представлять, будто вы мысленно показываете этому человеку дулю, вместо вашей головы тоже дуля. Также мысленно всегда материте тех людей, которые вас останавливают. Так блокпосты будут вас пропускать.